Саженцы Гихёра гибридной вийоны идеальны для ковровых посадок. Они вырастают до 20 см при диаметре куста 40 см. Летняя окраска листьев, все оттенки осени. На одном кусте присутствуют все цвета, от темно-красного, охреново до ярко-желтого. Особенностью сорта является сохранение цвета темных прожилок. То есть на красном листе красное желкование, на желтом – темно-желтое. Обратная сторона листа темно-розового оттенка. Цветет мелкими нежно-розовыми или кремовыми цветами на прямых темно-бордовых цветоносах. В период цветения боится сильных ливней или ветров, они могут уронить цветоносы. Гихёра гибридная вийона – это многолетнее растение высотой 20 см. Трава лучше всего подходит для групповых посадок. Гихёра прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для суглинистых почв. В качестве места выращивания гихёра прекрасно устроит открытый грунт. Цветок окрашен в кремовый, нежно-розовый цвет. Летом листва листья дымчато-оранжевые, обильное цветение, оригинальная расцветка листьев, куст компактный. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.